Друзья, приветствую на канале. Сегодня очередной ТОС-пакет. Вот такая массивная 12-килограммовая посылка. Опять Натали меня балует. А здесь у нас DVD-фильмы разные масти. Она сказала, что есть те, которые не распечатаны даже. Сейчас я все это дело извлеку, и мы с вами позырим. Вот такая куча вышла. Немножко рассортировал диски. Получилось не такое уж маленькое количество. Здесь представлено три стопки. Это абсолютно новые, не распечатанные, и целые коробки DVD-диски. А здесь распечатанные, тоже целые. Здесь запечатанные, но имеют повреждения сами коробки. Транспортировка такая была. А здесь у нас представлены уже распечатанные. Вот. Здесь вот такая тематика есть. А здесь у нас вот такие всякие диски. Есть те, которые ни разу... Вот даже вот такая штучка есть. Вот. А, магнитик это. Даже такой вот есть. Вот. Но это не моя тематика немножко. Так он не вытаскивал, а не вытащился. А диск абсолютно в идеальном состоянии. Он, видимо, может быть... Подарил кто-то его или еще как-то. Не знаю, история умалчивает. Вот так, такие есть. Короче, разные диски есть. Кому если что-то интересно, можете спросить. Я все это дело могу спихнуть. Вот. Но еще это одна коробка, одна партия. Сейчас подошла еще партия DVD-дисков. Вторая коробка не менее меньше. Вот таких размеров имеет. Огромная. Сейчас будет вскрытие, тоже посмотрим диски. Что там у нас? Здесь вышло так. Эта стопка у нас не распечатанная. А здесь небольшая стопочка. Так, это у нас тоже разные есть. И распечатанные, не распечатанные, но с поврежденными коробками. А здесь у нас не поврежденные, но открытые. И еще нас ждут две коробки. Вот. Это с той большой коробки вышло. Шансру заглянем туда еще. С этой коробки вышла вот такая стопка. Здесь у нас не распечатанная стопка. Распечатанная с повреждением. Также компакт-кассеты на этот раз. Ну вот как раз я их и ждал, как говорится. Sony, Minicamal Jackson, студийка. ТДК, старинная. Ну видно, она убитая вся. English, это чтение English. Гулливер, сказка, путешествие Гулливера соответствует. Тоже надо будет на досуге включить и послушать все это дело. М-каска, кассета с Вема, просто коробка пустая. Еще одна Соня. Соня в родной коробке видно, вот тут аббревиатура Соня. Дальше у нас ТДК, такая более-менее хорошая кассета. Из всех этих кассет, вот три кассеты, это СКС, ТДК в хорошем состоянии. И тут еще какая-то безымянка. Также здесь вышли... А, вот какой-то диск вышел. Я не знаю, что такое, кино или песня. Галерея Анастасии Чижовой. Пород... Я не знаю, что такое. И вот Коломбо. Так, сколько у нас здесь дисков? Первый. Второго нет, пятый и четвертый вот. Вот такие Коломбо. Они еще, по-моему, там где-то есть. Это для любителя, это дядька уж, по-моему, давно покойный. Ну, еще одна коробка ждет. Вот она. Сейчас мы ее вскроем, тоже посмотрим, что там. Такая стопка вышла у нас со второй коробки. Вот. Здесь не распечатанная в хорошем состоянии. Здесь распечатанная тоже в хорошем состоянии. Коломбо вышел еще один. В хорошем состоянии распечатанный. А здесь у нас сломанные диски. И видно еще у нас компакт-кассеты. Но компакт-кассеты побольше, чем в той вон партии. Обычная стандартная СКС. РАКС SX Топсан. Дальше студийка какая-то. Здесь у нас Денгер.
Рейнджер. Рейнджи. Насколько Рейнджи кассеты, это тоже историю умалчиваешь. Я такие не видел. Потом вот такая с Hinge какой-то Sound. ДДТ. Ух ты, я не смотрел даже, что это записано. Так, это у нас Рейндж. Еще раз. Насколько правда. Блафник. Блатник. Или блатняк. А, наверное, что-то такое. А кассета Ракс. Во всяком случае. Наверное, такая вся уж это. Так, Мадьярен Талкинг. Пустая кассета. Так, что у нас? Это МКшка, наверное, коробка. Да, цена 4 рубля. Это МК. Такая у нас обложка. Из журнала, видимо, Мадьярен Талкинг вытащили. Здесь тоже неизвестная какая-то кассета. Вот она у нас. Санья. Виктор Цой. Кино. Потому что Виктор Цой отдельно не был никогда. Это группа Кино. Кассета вот тоже надо будет посмотреть, изучить, что это такое у нас. МКшка. Почти новая. Дальше идет у нас Рейндж. Про Рейндж не скажу, я их никогда не видел. Может быть, это вот такая должна быть кассета. Но чистая, хорошая. Некоторые кассеты хорошие, некоторые чмошные. Здесь вот лесоповал. Запись, видимо, наверное, лесоповала. Кому интересно, могу его продать. Задорого. Это безымянка. Вот такое безумное приобретение. Гигантское количество DVD. Они будут отсортироваться, смотреться. Естественно, все будет спихиваться через Авито. Так что заглядывайте, смотрите, кому что интересно будет. Если... Может, кто-то ищет какое-то кино. Домино, мимино. Ну, основное здесь у нас российские фильмы. Российские и советские. Советские вот уже, наверное, в печенках у всех сидят. Вот, «Иронию судьбы» или «С легким паром». Наизусть его фактически знают. Нераспечатанная. Потом вот такой интересный фильм у нас. Так. С Олегом Янковским. Так, отсвечивает. Вот. «Мой ласковый и нежный зверь». Вообще, это хороший фильм наш советский. Все их можно смотреть долго. Вот такие есть у нас тоже. «Театр на экране». А, кстати, эта птица. Сейчас покажу отсюда, что интересное вышло. Из всего, конечно, охота выделить вот такие интересные издания, так что скажу, как книжка. Вот. С 1 по 4 и с 5 по 8 серию диски. Все, по-моему, тут, да, так только. А 8 серий так и написано на обложке. Раз. И потом у меня есть вот такая ретро-коллекция. Вот тут фильмы. Раз такая штука у нас. Так, и вот два такая штука. Увесистые довольно-таки. У меня есть несколько таких вот именно изданий. Тоже как коллекция такая. Потом тут «Легенды театра» есть. Интересно тоже. Как книга сделанная. Я еще и даже не вскрывал, не смотрел. Ну, смысл-то зачем скрывать? Так, дальше еще интересные. Ну, как интересные. Интересные обложки. Так, «Гибель империи» называется. Вот. Тоже. Ну, обычная компашка. То есть DVD. А самое интересное, вот книжка. «Республика Шкид». Именно книжка. Такая твердый переплет. Тут это рассказ небольшой о них, видимо. Картинки и сам DVD-диск. Такая интересная. Ну, такие отдельные вещи я, конечно, наверное, оставлю пока. Ну, а потом тоже уж отдам в хорошие, добрые руки. Вот такое обозрение было, друзья. Сейчас со всем этим добром буду разбираться. Всем удачи!